Где я оказалась? Смотрите, офигеть. Тебя снимать нет? Нет? Снимай. С тебя? И с кем, главное, оказалась? Куда мы зашли с подружкой? Обалдеть. На клад. Давай, давай, ты колдовать будешь? Снежка. Снежка. Нет, только в камеру, мне не надо кидать. Смотри, какие впадины. Главное... И главное, деревом вот тут, вот смотри, загорожено. Чтобы они не съезжали. И отсюда вот. Слушай, тут, наверное, летом красиво вообще. На кладбище вообще очень красивые. Нет, природа. Девственная природа, не архитектура. Я уже заговаривалась. Сейчас мы еще с той стороны. Шестой год. Ты фотографироваться собралась? Нет, так встала там. Офигеть. Овражка. Ну, тут уже мусор. Больше. Уже больше как... Ты куда меня повела? Ты меня точно убивать не будешь? Меня точно... Я вроде не должна тебе ничего дать. Денег я вроде не брала, нет? Не брала? По-моему, не брала я денег. В прошлой жизни я тебя точно не обидела, нет? Не, ну нифига себе! Ты там... Я не полезу там! Ну что там такое? Я не поняла, а ты как... А ты что пролезла-то еле-еле? Да нет, нормально, я пролезла. Ты что, толще меня, что ли? Где ты меня ведешь, а? Вон старый, тут вообще вон заржавели они. Да. Саша гуляет, Саша погуляет. Как будто ты в прятки играешь со мной. Как кошка с мышкой. Мяу. Ага, нет, наоборот. Мяу. А ты... Ты же убегаешь, а не я. Вот тут старый. Тут дерево как выросло. Это называется прогулка в Самаре по городскому кладбищу. Это мы не выехали никуда. Хорошо, что она меня везет. А то бы я сейчас, честно говоря, пошла бы куда-то. Хотя и она не знает, куда меня ведет. А тут узенько, батюшки. Как они их ставили-то? Как лабиринт прям. Видео для любителей кладбища. О, мы уже тропиночку. Ну, жгота. Вот и все. Слава богу. Ой. Да, вот здесь память прям такая. Она, наверное, кто-нибудь была... Наверное, может, врач какой-нибудь или что-нибудь. Театр. Не каждому же вот так вот родственники лишат... Ай! Ты деваешь. Или лишат вот так поставить памятник. Так тихо стоишь. Сбежал. Аромат? Какой? Аромат смерти. А. Покоя. Аромат смерти, покоя. Что, дальше туда не пройдем? Там уже нету? Туда же дорожка. Ограда. Идем? Ты хочешь мимо пойти? Ну, я думаю, может, еще дальше там? Вроде что-то вспоминается. То ли где-то видел, то ли мне где-то снилась эта дорожка. А? Сейчас пойдем и заблудимся. А, так ты меня вела что, по знатным дорожкам? Ну давай пойдем тогда. Ну, по твоим дорожкам. Мы же не нарушаем, мы же если не переворачиваем. Ну да. Красота какая, смотрите. Поле, вот тут прям. Я тебя так плохо слышно? Слышу прям вообще. Я говорю, мы же тут не безотвазничаем. Нет. Кресты не переворачиваем. Я, например, глажу каждый памятник. Гладишь, я заметила, да. Каждый памятник.
два ангелочка охраняет. На вид девочка, как будто лет 15. Видимо, ее нарисовали вечно молодой. Может быть, фотографии больше не было, и поэтому... Обычно люди не все фотографируются, любят. А по итогу потом... Корабля оторвали. Ну да. Может, он потонул корабль. А может быть, и сын потонул. Может. Может зеленая травка и белый снег. Не везде, смотрите, зеленый снег, зеленая травка. Тут рядом что-то работает. Только вот в этом квадрате. Там тоже нет. Да? Дом, смотрите, какой красивый. Голубенький, нежно-голубенький такой. Такой домашний. Эти старенькие уже.